Всем привет! Добро пожаловать в наш влог Жуковых. Сегодня забираем долгожданные доставки с Wildberries. Наконец-то пришел классный товар для дома. Здесь мы с Женей заказываем бытовую химию и даже продукты. Чуть позже сделаем вместе с вами распаковку. Ну а пока мы отнесли тяжелые коробки домой и пошли немного погулять, насладиться солнечными осенними днями. Купили мороженое и встретили вот такого пушистика с разноцветными глазами. Не знаю, бездомный он или у него есть хозяин, но мы все-таки решили покормить его нормальной кошачьей едой, не мороженым. Осень в этом году невероятно красивая, теплая, деревья до сих пор стоят окутанные зеленой листвой. Ну а теперь давайте вместе с вами сделаем распаковку с Wildberries. Решила рискнуть и заказала онлайн комплект постельного белья. Такие вещи я все-таки предпочитаю покупать в офлайн магазинах, чтобы сразу видеть качество. Но в этот раз мне было жаль тратить свое драгоценное время на походы по магазинам, поэтому решила рискнуть. Еще заказала вот такой настольный штатив. Давно он мне был необходим. Не люблю захламляться, наверное, поэтому только спустя 2 года блогинга я купила себе такого помощника. Ну и вновь, чтобы не тратить время на походы по магазинам, я заказала новую сковородку. Моей старой, самой ходовой сковороде уже 8 лет, и она выглядит уже не самым лучшим образом, а я все-таки снимаю рецепты, поэтому решила обновить кухонный инвентарь. Здесь съемная ручка, и ее можно использовать в духовке, что очень удобно. К вечеру пришло вдохновение, и мы с Женей решили приготовить медовик. Кому нужен рецепт, пишите в комментариях, отправлю. На следующий день новый комплект белья уже высох, я его погладила и решила не откладывать это дело в долгий ящик, а скорее протестировать на деле. Качество пошива безупречное, строчка к строчке, ниточка к ниточке. И качество самой ткани на высоком уровне, хорошая плотность. Не зря у этого товара был высокий рейтинг и много положительных отзывов. Скорее всего, закажу еще такой комплект, но в другом цвете. Ну а далее мы с Женей решили поехать погулять в аптекарском огороде. Доехали на метро до станции Проспект Мира. Посмотрите, какая она красивая. Если не ошибаюсь, то эту станцию открыли в 1952 году. Составы по данной ветке ходят уже новые. Мы с Женей искренне считаем, что московское метро одно из самых лучших, передовых и чистых в мире. Вход в аптекарский огород от станции метро Проспект Мира находится буквально в 150 метрах. Гулять здесь в осенний период у нас уже становится доброй традицией. В прошлом году мы были в аптекарском огороде в середине сентября. И прежде чем туда попасть, отстояли длинную очередь за покупкой билетов. Ну а в этом году Женя поступил мудрее и купил билеты онлайн. Это очень удобно и экономит ваше время. Крайне рекомендуем делать вам точно так же, чтобы не стоять вот такие длинные очереди за билетами. Сам ботанический сад небольшой, где-то 250 на 200 метров. Но здесь очень интересно, и он стоит вашего внимания хотя бы даже из-за того факта, что он является самым старым ботаническим садом в России. Аптекарский огород был основан Петром I в 1706 году. Ну а этой осенью мы пришли сюда в надежде увидеть гигантский урожай тыквы. Мы с Женей обрадовались, когда увидели, что нет очереди, чтобы полюбоваться на новый урожай тыкв, потому что в прошлом году здесь везде стояли люди, была огромная очередь, а сейчас практически свободный вход. Женя говорит, прям не верится, что мы сюда попали, потому что в прошлом году мы даже не стали отстаивать эту длинную очередь. 53 килограмма арбуз, я бы такой с магазина точно не допер. Смотрите просто, какой он огромный. Да. Но потом-то мы поняли, что рано радовались отсутствию длинной очереди. Самую крупную тыкву 817 килограммов увезли на выставку в Казахстан. Нам посчастливилось лишь созерцать тыкву Бусю, которая весила 389 килограммов. Что ж, на следующий год придется не нарушать традиции и вновь попытаться попасть на выставку гигантского урожая. Ну а те огромные тыквы, которые сейчас остались на выставке, 6 октября будут разрезать у всех на глазах и раздавать посетителям. Так что, если хотите посмотреть на это зрелище, непременно приходите в аптекарский огород 6 октября. В общем и целом, здесь очень красиво, и это место однозначно стоит вашего внимания. В аптекарском огороде собрано много разных растений, и практически все они подписаны.
Здесь даже до сих пор растет петровская лиственница, которую, по преданию, Петр I посадил собственноручно. Вот так она сейчас выглядит. Но все могло бы быть намного лучше, если бы в конце 19 века в нее не попала молния. Несмотря на относительно небольшую площадь парка, здесь каждый найдет место для уединения. Мы с Женей купили кофе и немного посидели, прежде чем попасть в сад гортензий и на хвойные горки. Это, кстати, наше любимое место в аптекарском огороде. Липа плосколистная, посмотрите, какая она огромная! Мы вдвоем, наверное, ее не обхватим, да? Нет. Пишите в комментариях, как вам такой формат видео. Было ли полезно, интересно, возможно, что-то взяли себе на заметку. Ну а я буду закругляться. Увидимся в следующем влоге Жуковых. До скорых встреч!